Телеведущая заказала блюдо на вынос на работу. Однако Лере Кудрявцевой не удалось поесть. Молодая мать много работает. Блондинка ведет несколько звездных шоу канала НТВ. Из-за занятости во время съемок Лера вместе с командой заказала обед и ужин в известном ресторане. Однако Кудрявцеву ждал неприятный сюрприз. В борще обнаружилась марля. Ребят, вы серьезно? Марля. В борще. Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает? Гневно заявила звезда. Возмущение Леры разделили многие звезды. Причем, две ее подруги даже не смогли подобрать цензурных слов. «Лютый», высказалась Лариса Гузеева. А Наталья Рудова написала лишь одно матерное слово. Поклонники Кудрявцевой высказали мнение, что через марлю выжимали сок из свеклы для того, чтобы суп получился насыщенного яркого цвета. Марля потом, конечно, выбрасывается, но здесь что-то пошло не так. Неприятно, конечно, но не криминально. «Пусть, Лерочка, это будет самое неприятное, что могло произойти в вашей жизни», поделился один из фолловеров Теледивы. Однако другие пользователи сделали более смелые предположения. Это обычная ветошь для уборки, это кто-то палец раненый перебинтовал, и бинт упал в борщ, высказались они в комментариях. Там же отметился профессиональный повар, который заявил, что выжимание сока через марлю – это устаревший способ, которым не пользуются в ресторанах. Для этого есть соковыжималки и современные кухонные комбайны. Некоторые подписчики Кудрявцевой поделились своими неприятными находками в пище. Один обнаружил кусок пластмассы в банке с кукурузой, другой в магазинном фарше увидел горлышко от маленькой стеклянной бутылки, третий рассмотрел толстую нитку в салате из фунчозы. Между известной телеведущей и ее коллегой разгорелся скандал. Лера пригрозила Дмитрию Шепелеву, что расскажет нелицеприятную правду о нем, о которой она молчит только ради сына Жанны Фриски Платона. Шепелев попытался оправдаться в сложившейся ситуации. Недавно телеведущая вернулась из Рима, где пережила сильнейшее отравление.